Скорпиона, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на май месяц. А что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? И в конец расклада мы возьмем карту совета и посмотрим, что вам высшие силы дают, какие-то предупреждения, остерегания, да, может что-то поменять. И первая карта для вас в начале месяца – это карта десятка жезлов. Десятка жезлов уже показывает, что вы входите в начало месяца мая с каком-то грузе, да, с какой-то ноши на ваших плечах. Все-таки не стоит, да, если вам не просит, да, у вас не просит о помощи люди, все-таки не стоит, да, дать вы сами, да, вот эту помощь, да. Постарайтесь вот понять вообще, в принципе, кому нужно помочь, а кому не нужно, потому что вот это ваше благородство, да, в начале мая может привести вас к вот такой ноше на ваших плечах, да. Лучше думайте все-таки о ваших проблемах, о ваших ситуациях, то, что происходит в вашей жизни, а не то, что думаете о ком. Давайте посмотрим следующая карта на начало, и это паж, у нас показывает паж жезлов. Обращайте внимание на ваши какие-то подсказки, да, на улице, людей, да, какие-то сны, потому что у вас идут предупреждения, да, у вас идут подсказки, но вы не хотите обращать внимание. Из-за этого у вас вот этот груз, да, вот то, что вам все-таки вас предупреждает, что не стоит все-таки туда идти, но вы это не хотите видеть. Поэтому будьте аккуратны в начале мая, потому что у вас будет, да, даже может первое, второе, да, может первое, второе, до 10 мая могут быть вот эти предупреждения. Давайте посмотрим следующая карта, да, это карта показывает десятка пентаклей. Десятка пентаклей — ваш фундамент, ваша стабильность, да, более вам нужно все-таки думать то, что у вас есть, да, и сохранить, да, и не так таскать вот себя вот это, да, постарайтесь вот помочь себя, да, те, которые находитесь в отношениях, дайте возможность, да, человека рядом, который с вами, так как вы же мужчина, так и как женщина, да, дайте возможность человеку, да, сказать, что у него происходит, да, то, что у него есть на душе, да, для того, чтобы вы вот этот груз, да, прошли вместе, да, чтобы вы помогли друг другу, да, те, который вот именно рабочий, да, у вас показывает, что как бы вам что-то у вас не получается, да, вроде бы вы стараетесь, да, вроде бы вкладываете, да, вроде бы и стабильность есть, но все-таки вам тяжело, да, вам, у вас что-то все-таки не получается, о чем вы мечтаете. Давайте посмотрим следующая карта на середину месяца, что у вас. Это у вас получается девятка мечей. Девятка мечей показывает, да, осознание. Осознание то, что вы не идете по той дороге, которая вам нужна. Осознание то, что вы не помогаете, да, тем людям, которые вам нужны. Да, осознание, что может есть какие-то проблемы в отношениях, которые все-таки стоит, да, слушать человека, да, дать ему возможность, да, высказываться, да. Здесь болезненное осознание, но у вас должно уже в середине это осознание прийти, да, для того, чтобы проблема в вашей жизни решилась. Давайте посмотрим следующая карта. Тройка пентаклей. Тройка пентаклей показывает, если вам, у вас придет осознание, то у вас тот период, да, вот именно середина, когда вы можете спокойно вкладываться. Даже если это касается отношений, да, что-то поменять, да, что-то новое, да. Даже если это касается финансов, да, все-таки это тот период, когда вы можете это делать. Да, вам дается возможности для того, чтобы вы начали, да, вот это вкладывание, да, себя в отношения и, или даже вот финансы, что-то для того, чтобы у вас, наоборот, что-то лучше стало, да. Давайте посмотрим следующая карта на середину. Это восьмерка кубка. Вот на середину у вас будет состояние, когда у вас, ну, знаете, иногда будет отпускаться руки, да, и захотите все бросать и уйти. Не стоит, да. Все-таки
дайте себе возможность, да, понять в жизни, что не всегда все так гладко и хорошо. Бывает в жизни, что, как мы говорим, черная полоса. Дайте себе возможности пройти и это на сегодняшний день. Да? Вот самое главное — не отпускать руки и все бросать и уйти. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это королева жезлов. Королева жезлов требует от вас ваше благородство, да, мужчины. Если вы в отношении, то у вас есть женщина, которая вам может, да, может помочь, да, вот для того, чтобы вот этот груз вы как-то вместе, да, более легко пройти, да, какие-то решения в проблемах. Женщины, мои дорогие, даже те, которые одинокие, да, находятся, дайте себе возможность, да, дайте себе, даже как бы не было тяжело, трудно, осознавай, да, что вы что-то неправильно делаете, да, и не нужно себе, да, винить за ваше прошлое, да, за что-то, что вам было больно или что-то не получалось. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это двойка кубков, да. Прислушивайтесь, ваше внутреннее состояние, ваша душа, что говорит, да, ваше сердце, то, что вам говорит, потому что она в конце мая месяца, она вас будет поддерживать, она вам даст подсказки, да, как себя вести. Самое главное, чтобы вы это прислушивали, а не закрывали глаза, да, эгоистично поступать, да, и все-таки, как вы хотите, да, все-таки на ментальном, да, вы все-таки не будете слушать то, что вам внутри говорит. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшая сила советует. И карта шута. Карта шута идет то, что ваш месяц уже идет обнуление, да? У вас идет обновление самого себя как человека, как ваша душа, энергия. Да, у вас начинается новый период, новый этап. Конечно, может даже через эту пропасть, да, ничего не знаете, к чему вы дойдете. Но то, что у вас идет, да, через осознание, через боль, через благородство, у вас идет обнуление. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.